Добрый день, дорогие друзья. Александр Белов, деградация искусства, теория инволюции. Но на самом деле, когда мы говорим о деградации искусства, мы имеем в виду, что в прошлом люди создавали шедевры, а сейчас они разучились это делать. Но на самом деле, если подвести итог, и итог эволюционный, как говорится, то в принципе понятно, что эволюционисты считают, что человек воспрямился, и ископаемые обезьяны – наши предки. Спрашивается, каким образом возникло творчество, каким образом возникло искусство у распрямившегося человека. В принципе, ну, понятное дело, что обезьяны, они могут рисовать, они рисуют, может быть, даже и неплохо. То есть тяга к творчеству у них есть, эволюционисты говорят, ну и нам показывают, что и слон рисует разные каляки-маляки, и вороны и прочие разные. Но на самом деле все поглощающие жажда творчества, она характерна только для человека разумного. Именно на этом основываясь, мы можем делать вывод о том, что именно смыслы, они толкают человека к такому, в общем-то, времяпрепровождению, которое, собственно говоря, не имеет каких-то материальных под собой оснований, как творчество. Ну, на самом деле, конечно, художники с этим не согласятся. Они будут утверждать, что как раз они занимаются тем, что они зарабатывают себе на хлеб. На самом деле, это их точка зрения. А в принципе, если кто умеет рисовать, так это художники. Художники, скульпторы, архитекторы и прочие разные творческие профессии, музыканты, актеры и прочее разное. Но, в принципе, откуда что взялось, дорогие друзья? Если обезьяны, они коллективно сбивались в стаи и, как говорится, коллективно противоборствовали хищникам, чтобы они не отгрызли у них кое-что и, собственно, не забрали их детей в виде, так сказать, контрибуции, то понятное дело, что они были задавлены. Они были задавлены полностью существованием, диким существованием. Как Ленин писал, никакого золотого века позади нас не было, а было, в общем-то, такое противостояние дикому существованию, трудностям борьбы с существованием дикой природы. Ну и Энгельс вторит этому тоже, он говорит о том, что дикий человек, он в принципе был как животное и вел себя как животное, над ним давлел только, в общем-то, один фактор – естественный отбор, и, как говорится, и он мало чем отличался от чего? От животного. Ну и, в принципе, и Дарвин об этом же, он же говорит, что мы, в принципе, потомки животных, и, в принципе, у нас животное начало. Но как объяснить вот эти самые, как говорится, проблески творчества, которые, в общем-то, у первобытного человека, они проявляются? Например, пещера Альтамира в Испании, мы, в принципе, видим, что, в общем-то, быки-быки бегут, и чего, собственно, их рисовать. Очевидно, был какой-то смысл в этом. Ну и, конечно, стилистика изображения и, в принципе, контуры, они показывают на то, что, в общем-то, художник или художники владели передачей движения. То есть, они были анималисты еще те, дорогие друзья. И понятное дело, что этим искусством, в принципе, засматриваются. И вот здесь у нас и в музее Альтамира, в принципе, археологами Барно, Провизион и прочие разные, в принципе, неровности стены и, в принципе, стены, пещеры и быки, которые изображены, они характерно вплетаются друг в друга, и действительно это граничит с шедевром. Ну и, в общем-то, палеолитические Венеры людей верхнего палеолита, они изображали, как говорится, гротескно, в общем-то, детородные органы женщины, но на самом деле это богиня-мать, богиня-плодородие. Понятное дело, что лицо, оно, в общем-то, дано обобщенное, и, как говорится, прическа, она съехала, или это парик на глаза. И, в принципе, глаз-то особо не видно, а, в принципе, индивидуальность стерта, ее не должно быть, потому что это обобщенный образ женщины, которой поклонялись. И таких фигурок достаточно много, они, в общем-то, очень интересные сами по себе. Ну и понятно, что они обладали, очевидно, для тех, кто их изготовлял, сакральным смыслом. И, в принципе, недооценивать вот этот самый сакральный смысл мы, в общем-то,
на сегодняшний день не можем. Ну и далее, Пергамский алтарь Зевса в Берлине, он, собственно, существует, немцы его в 19 веке вывезли, у султана купили это все, и на ослах вывезли, и потом вывезли на кораблях. И перевезли в Германию, как будто знали. А в принципе, в Пергаме этом самом, в общем-то, все это прозябало. И в этой деревеньке небольшой, в общем-то, расположенной на, так сказать, руинах, вернее, на холме, который скрывал вот эти руины Пергамского алтаря, там был храм. Очень такой весьма-весьма занятный, в общем, и этот храм, в общем-то, был посвящен Зевсу. И, в принципе, были богослужения в свое время, но это было, конечно, во втором веке до новой эры. А уже потом пришли османы, а потом пришли, ну, кто только не приходил туда, в эту самую землю, так сказать, Анатолии, и, в принципе, завоевывал их. А, в принципе, потом пришли мы в Берлин, понятное дело, советские войска вошли, и мы, собственно, экспроприировали экспроприаторов. Мы отняли у немцев их достояние, которое они экспроприировали у пергамских крестьян, и, в принципе, все это поместили в наши сокровищницы. Но в 1658 году отдали назад в виде, так сказать, безвозмездно, потому что, собственно, миролюбиво согласились сотрудничать с Германией, в общем-то, по всем вопросам, по некоторым, по крайней мере. Но, по некоторым данным, все-таки кое-что не вывезли и не отдали из кусочков. Поэтому в Берлине не все находится, а кое-что находится и у нас, очевидно, в Москве и Питере. Ну, вот как это выглядел, этот храм. Но, опять-таки, мы восхищаемся вот этим пергамским алтарем. Ходят и, так сказать, трогают, но трогать нельзя, а любуются, фотографируют, если можно фотографировать. А, в принципе, что? Когда, в общем-то, аутентичное вот это вот все происходило, я понимаю, там богине-матери поклонялись, ведь она не просто так лежала, эта фигурка, или стояла. Да и столов, в общем-то, кроманьон в широком смысле этого слова не было. Она, видимо, где-то была в алтаре, и, в принципе, на почетном месте, и, очевидно, это было связано со смыслами богослужений. И когда мы, собственно, смотрим на Пергамский алтарь, то понятное дело, что там тоже были смыслы, тоже были религиозные смыслы, и искусство ради искусства, оно не существовало для древних людей, скорее всего, это было атрибутом и, как говорится, символом божества, и, в принципе, того, что божество, оно, в общем-то, к нашим молитвам, в принципе, прислушивается и даст то, что мы хотим от него. И, в принципе, понятное дело, что реконструкции они могут быть, но вот пришли христиане, и что они сказали? Ну, вот, например, в Новом Завете читаем, согласно Иоанну Богослову, одна из семи церквей Апокалипсиса расположена на престоле страны, Откровение 2.13. В принципе, да, это престол сатаны. А сейчас он, в общем-то, стоит в музее и им любуются. А копия стоит в Пушкинском музее в Москве и ей тоже любуются. Это, очевидно, плохо. Так надо было снести все эти старые руины, разваленные, как говорится, создать новые. Понятное дело, что христиане, они, в принципе, были противниками языческих капищ и всяких идолов, и они все это, как говорится, в принципе, в гробу видели, но не в гробу, в принципе, а, так сказать, на небо туда с этим не пускают. И, в принципе, кумиры, они недостойны почитания, по их мнению. Но я не хочу ничего сказать про ранних христиан, они были в сложной ситуации. В принципе, это было, конечно, Западная Римская империя, и сам Рим-то, собственно говоря, продержался недолго после того, как, собственно, вошли новые служители культа, и языческие служители культа были изгнаны. Но они были изгнаны не всегда и не везде, кое-где они оставались. В общем, возникло арианство, такая вот разновидность раннего христианства. В общем, она была распространена в Древнем Риме где-то с 3 по 4 века. Как раз этот период, в общем-то, упадок Рима.
Ну и в начале уже V века новой эры, в принципе, приходят варяги, приходят визготы, и они уничтожают Рим, и, в принципе, все эти статуи, все эти самые, как говорится, обкалывают носы, откалывают гениталии, а у женщин, в общем-то, забирают женщин целиком, всех мраморных, и везут в повозках туда, себе в Визготию, и германские племена, они тоже любили искусство, наряжали, в общем-то, в тряпки этих, ну, в общем-то, непонятно, что они делали с мраморными женщинами. Скорее всего, в общем-то, их постигла та же участь, что и живых, в общем-то, пленниц, которые, в общем-то, визготы, германские племена и вандалы, в принципе, брали в плен в этом вечном городе. Ну и, конечно, уже в конце V века Рим пал окончательно. Он окончательно пал и, в принципе, разрушился. 576 год, по-моему, если не ошибаюсь. В принципе, все это уже, в общем-то, после падения Рима, в общем-то, все пришло в негодность. И что мы видим впоследствии? Наступила эпоха раннего Средневековья. И это Средневековье характеризуется тем, что города были заброшены, люди, как говорится, мигрировали в деревни. В принципе, искусство было забыто, письменность тоже, и школа, и образование лежало на боку, и, в принципе, уже ничего не напоминало. А сам Рим, который до этого, еще в третьем веке новой эры, в общем-то, насчитывал 450 тысяч человек, то, собственно говоря, буквально через столетие, он превратился в город с 20-тысячным населением. Это население, оно, в принципе, жило локально в каких-то, так сказать, развалюхах. Их окружали величественные руины, заросшие растительностью былого великолепия. То есть, собственно говоря, все, как говорится, быльем поросло, и на этом былье росли люди. Ну и люди, конечно, тоже деградировали, потому что разбойнички, всякие прочие, грамоты не было, книги сжигали, а в принципе разночтения языческие, полуязыческие, ранние, так сказать, верования, они вносили пеструю картину, создавали пеструю картину идеологии того времени. И в таком идеологической сумятице, конечно, было падение культуры очень значительное. Ну вот, на примере, допустим, раннего римского портрета мы видим, в общем-то, какова пластика. Это первый, это как бы век до новой эры, все такое прочее, реализм, такой сверхреализм, характерность, причем, обратите внимание, асимметрия лица даже здесь присутствует, что художники не очень любят, они все любят подкрашивать симметричное лицо, а тут именно асимметричный, как бы художник, это же мрамор, дорогие друзья, это не просто нарисовано на красками на холсте или на бумаге, это, как говорится, надо было все выдолбить, как говорится, чем-то, ногтем не выдолбишь, с резцами, и, как говорится, все это создать, вот это вот вполне себе реалистическое изображение. Ну, понятное дело, что непростых, как говорится, работяг и непростых, так сказать, солдат они изображали, эти скульпторы. Это, скорее всего, император, их как бы приближенные. Но говорят о том, что, собственно, всякий прочий реализм, в общем-то, он характерен для Рима и римского портрета, это понятно. И действительно, мы видим, в общем-то, такие шедевриальные, можно сказать, шедевриальные вещи. Но обратите внимание на год, в принципе, 890 год. В принципе, это еще, как говорится, самый расцвет Рима. А уже поздний Рим, и мы видим уже, конечно, стилизация глаз, нос, но нос отдолблен, понятно, варвары поработали, очевидно, но уже, как говорится, формальность, маска, мраморная маска заменяет живое реалистическое лицо. И здесь мы видим деградацию культуры, деградацию искусства, деградацию того самого знаменитого римского портрета, этой школы римского портрета. Очевидно, преемственность стала иссякать, и, как говорится, мастерство, которое передавалось от ученика, от учителя к ученику, оно, собственно говоря, перестало передаваться. Ну, вот здесь портрет императора Максимилиана Дазакаира, но им понятно, что, в общем-то, как у рыбки или как у лягушки глаза вытаращены, ну и такие, как говорится,
ням-ням-ням, чем-то, так сказать, набивалась в виде бороды и усов и шапочки волос. И, в принципе, эта стилизация настолько формальна, что, собственно, современные смайлики, они могут тоже в эту сторону двигаться. Ну и вот, конечно, уже излет собор Святого Марка в Венеции, начало 4 века, как говорится. Император императору отдает власть и обнимает его рукой, похожую на рептильную. А в принципе, тут уже ничего практически не осталось от реализма и сверхреализма, которым характерен как раз ранний римский портрет, начало сам, собственно говоря, этого периода. Поэтому вот так вот за несколько веков деградация портрета римского, она приводит нас к мысли о том, что не только портрет, скульптурный портрет может деградировать, но и все искусство в целом. И в принципе оно и деградировало, вот эти развалины на месте жилых построек, и в принципе разрушенные, заросшие руины, все это, как говорится, свидетельствует о том. И вот мы здесь приходим плавно к нашему времени. А наше время тоже некто на Западе придумал среди психологов теорию разбитых окон. Если разбить окно, то обязательно, как говорится, через некоторое время, если его не вставить, разобьют все остальные. И вот здесь мы видим очень хорошо разбитые окна заброшенного кинотеатра «Планета» Санкт-Петербург, 2011 год. Но это, собственно, не падение Рима, это падение СССР, ну и уже прошло после СССР уже 20 лет, в принципе, но тем не менее кинотеатр выглядит, собственно говоря, как некий, так сказать, апокалиптический престол сатаны, о котором говорил Иоанн Богослов. Ну вот это у наше время, это, в общем-то, Алёнушка всем известная, образ, который создал скульптор местный, очевидно, сибирский, в Томске, по-моему, или в Тобольске, и, в принципе, после того, как граждане возмутились, что это не Алёнушка, а космонавт, алконавт и прочее разное, в общем-то, Алёнушка, она по преданию основала эту, в общем-то, деревню как раз, а потом все это, как говорится, Нововоронеж, по-моему, этим городом стал и прочее разное, в принципе. Но после того, как жители возмутились, заказали московскому скульптору, именитому скульптору, совсем другой портрет, и он сделал его, собственно, а старый снесли на свалку. Но есть Алёнушка своя и в других сибирских городах, и, в принципе, она славится, видимо. Я думаю, что от этих, в общем-то, образов не надо чураться, не надо их бежать от них, как, в общем-то, от чумы средневековой, абсолютно нет. В них надо вглядываться. Это такой постсоветский, постапокалиптический, как говорится, период скульптуры. И, в принципе, скульптура, она, в общем-то, вспомним римский портрет. Она тоже, в общем-то, начиналась с соцреализма, трудовые будни, как говорится, все такое прочее, как говорится, все хорошо. Эти свершения, эти стахановцы, в общем-то, как говорится, передовики, пальтилетки и прочее разное. А потом, плавно это все вырабатывалось, как говорится, из породы. В общем-то, из породы, как говорил Микеланджело, надо, в общем-то, отсечь все главное, вернее, все лишнее, и останется главное. Ну, в общем-то, главное осталось. Это главное осталось от постсоветского периода, и мы это видим. Ну, а в нашем, как говорится, зарубежье, как говорится, ближайшем, тоже, собственно говоря, в общем, не ахти дела. Вот в Одессе не так давно, в принципе, скульптура коронавируса, в общем, она знаменовала собой недавние события, связанные с пандемией. И, в принципе, очень интересно то, что, в общем-то, этот коронавирус, который, в общем-то, находится, вернее, находился в такой беседке своеобразной, он наделен женскими половыми органами. Но в настоящий момент для успокоения одесситов, в общем-то, эту скульптуру демонтировали, потому что она напоминает некие мины времен Второй мировой войны. В общем, понятное дело, дорогие друзья,
что в древнем мире люди жили счастливо, но недолго. Сейчас они живут, в принципе, несчастливо, потому что их раздирают всякие внутренние проблемы. В общем, чем меньше знаешь, тем слаще спишь, говорит пословица. Поэтому, в общем-то, надо освобождать свое мышление от проблем. Тогда искусство будет радовать нас своим своеобразием великолепия. Но, в принципе, эволюционисты как раз считают, что древние люди, они были первобытными, а на самом деле это видимость. Они просто утратили часть своего культурного вот этого мировоззренческого комплекса единого и стали второбытными. Поэтому вот это примитивное искусство, которое мы видим у дикарей, это как раз уже изжитки, это излет той способности человека, которая дана ему изначально Творцом, создавать доброе, вечное и прекрасное. Ну и вот понятно, что новая Аленушек спины, она тоже выглядит не совсем, как говорится, потому что коса у нее слишком может быть длинная, но, в принципе, все можно со спины смотреть. И как говорил, в общем-то, вернее, писал наш известный поэт Владимир Семенович Высоцкий, что, в принципе, искаженный кинопленкой гум сталь маленькой ребенкой. А, в принципе... А уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ. Вот, поэтому, дорогие друзья, в принципе, на ночь глядя, смотреть на эти скульптурные изыски западных наших коллег-скульпторов, просто, это, как говорится, анималистов, в общем, душа, как говорится, рвется в бой. В общем, понятное дело, что, в общем-то, заяц и бык в одном флаконе, заяц она, бык он, и они, в общем-то, хотят зачать, наверное, счастливых детей. А тут уже зачали, вернее, зачинали. И, в принципе, кого зачнут, тоже непонятно. И, в общем, конечно, дорогие друзья, как, в общем-то, обходиться без обезьян? Обезьяны наши все, они заполоняют города, в общем-то, Западной Европы. Вот в виде таких инсталляций, перформансов, и, в принципе, они стоят, но не думаю, что они будут стоять там вечно, но они напоминают о том, что все в жизни недолговечно, что все деградирует, приходит в упадок, и что городские кварталы, они могут заполняться свиньями, они могут заполняться обезьянами, которые курят трубки, играют в футбол, и, так сказать, вот даже у нее... зажат в стопе мобильник. Хотя, собственно, стопа – это, конечно, нехватательный орган аналогичной руке, но тем самым вторично приспособленный к хватанию обезьян, но тем не менее. В принципе, зачем ей мобильник, на котором надо кнопочки нажимать или, так сказать, сенсорному экрану подносить пальчики или коготки, в принципе, ноготки. В принципе, обезьяна вряд ли это все сумеет сделать, но, тем не менее, образ создан, и художник имеет право на свое самовыражение. Ну, понятное дело, что это все, в общем-то, как мы с вами находимся, как бычки в томате. И, в принципе, эти бычки, они кругом разбросаны, и поэтому, в общем-то, скульпторы озадачились одним, что создать единый, как говорится, символ такой обобщенный единого бычка. Или, так сказать, недогрызанного яблока. Это тоже очень хорошо. В общем, дорогие друзья, мы все превращаемся. В кого-то мы превращаемся, а в кого мы превратимся? Об этом мы узнаем в следующий раз. Александр Белов, всего доброго.